Что ждет тех искателей приключений, кому не сиделось дома, и они рванули искать счастье на Британских островах? Подъем в 6 утра, холодный душ, мерзкий дождь, угрюмое метро, тупая работа за гроши, но самое западло — никакого регги. Конец истории, записки, алкоголь и паника. Ну вот и дописаны хроники. А нас по-прежнему трое, тебе решать, что из этого вышло. Просто выслушай, смело вырежи лишнее. Все, что услышано выше, ты уже слышал. А может, сам этим дышишь, значит, мы стали ближе. Зажигок свечи вечером подлечилась. Вспомнил о печени, как-то приуныл колоду, оказалось мечено. Если намерен приехать, тогда до встречи. Делай липовый паспорт и попытайся прорваться. Может, удастся остаться, жить в эмиграции. Для них мы иностранцы, а значит следствие инфляции. Причина политических манипуляций. Падают акции, но если в этом разобраться, все это фальшь и провокация. Поэтому надо сопротивляться, быть победителем, либо сломаться. То ты в этой прострации местный, или просто так пацик. Падаешь сразу, или не любишь сдаваться. Ведь за свободу приходится драться. И в этих джунглях я тоже сгину. Но ровным счетом не изменится эта картина. И я оставлю этот диск из куплетов и дыма. Надеюсь, это хоть кем-то не будет забыто. Надеюсь, ты меня не осудишь, по сути я пытаюсь донести свою суть людям. Если я в чем-то не прав, прошу простить меня. Неважно, где ты, в Штатах или в России. Сидишь на месте или уже поносила. Слушаешь касту и центр или прешься от стима. Просто помни, в чем сила. Хроники столицы грехов в мире потрепанных снов. Миксую свои темы с Джеком под новый битос. Летом и в сильный мороз, где-то я делал весь год. И ты увидишь итог, не замечая времени, прожигая его. Но быть уверенным, что через пару лет оставлю след, не став потерянным. Почти так же непросто, как быть из ряда, что после сделают шаг с перекрестка в сторону. Где-то помни, все равно мы будем делать все это, где нет пределов. На последнем поезде, наблюдая, Стратфорд строится. И в этом мегаполисе все мутят в разном часовом поясе. То есть я в поиске себя. Но как же это тяжело, когда не знаешь, где твой дом. Плюс вечная борьба внутри, словно три тоны вниз склон. Рингтон и телефон и последствия звонков. Дым клонит сон, но ведь не в последний раз втроем. Не в последний раз взорвем стрит, то есть гидропон. Мир, то есть всем hello. Мир, то есть всем hello. Ну вот и все, вроде то, что хотели, сказали. Далее выбор за вами, так что судите сами. Кому понравится, кому-то нет, я не знаю. Просто останусь собой с тем, что я выбираю. Пока мы пишем дальше в очередной тетради. Все только ради вас, а не ТВ и радио. Слушайте и качайте, пишите нам в чате. Хотите в гости, не вопрос, приезжайте. У нас все так же, всегда в кругу всех наших. Контакт налажен с теми, кого не знали даже. Среди многоэтажных домов и тоннелей мы сняли свой фильм с продолжением новой серии. Тем не менее, мы дальше стелим. Время суток меняет наше направление. Этот Лондон постоянно на своем движении. До новой встречи, мир всем, кто это оценит. Мир всем, кто это оценит. Самое страшное, что мне было на это наплевать. Почему друзья детства вырастают? Кому это нужно? Нафига?